Что же там? И вот мы начинаем. Hey, what is your name? Это Enlisted. И наконец-то они прислали мне письмо. Спустя 3 дня, 3 ночи, или сколько там прошло времени, куда-то я... В общем, оказывается, аккаунт у меня и не было, поэтому письмо-то и не пришло. А вот сейчас я просто создал аккаунт на почту. Все пришло. И вот я вошел в игру. Вот. Ты тоже можешь принять участие в этой битве. По ссылке в описании там вообще 4 у них топовых игры. Star Conflict, Crossout, вот Enlisted и что-то еще. Короче, что-то нам предлагают сразу же, как я вошел, выбрать компанию. Это онлайн игра или на прохождение? Вторжение в Нормандию, битва за Москву, битва за Тунис, битва за Сталинград. Тропическая битва за Тихий океан, конечно. Так, выберите армию, за которую хотите сражаться. Запустите тест для определения рекомендуемых настроек графика. Да, не надо никакой тест. Так, выберите армию, за которую хотите сражаться. Союзники ось. Ну вот союзники, смотри, тоже такие тропические. А тут они уже какие-то не тропические. Значит, что мне здесь нужно делать? Вот мы не... Короче, тач-так. Обучение солдат. Так, что здесь вообще? Сменить солдат. Так, нет, я хочу играть. Все, битва за Тихий... Так, обучение солдат. В смысле, обучение солдат. Ну, давай посмотрим, что за обучение солдат. И вот куда-то я... Так. Ага, вот это я сам себя сейчас обучаю, да? Ух ты, блин, графан. Ну, точнее, не граф, блин, этот... И графон, да, и... Этот, как его... Ну, чувствительность. Так, игра. Угол обзора. Вот эти настройки, вот вначале они прям... Угол обзора камеры. Звук. А где... Ну, как же так? Где находится... Короче, это надо сейчас будет вырезать. Наверное, это сейчас долго. Сейчас я посижу, я настроюсь. Дрожание камеры, кровь. А где чувствительность настраивается? Ну, ё-моё. Так, все, я поставил высокую настройку графики. И чувствительность я ни хрена не понял. Где она тут вообще ставится-то? А может, подожди, может, управление? Вот, наверное, может быть здесь. Где чувствительность? Скорость... Так, вот она вся, чувствительность. Ух, тут настроек, ну просто это... Так, как? Почему нет кнопки перенести с папка? Так, нож я чувствую этим с прицелом. Нож... Короче, все немножечко вот как-то вот побольше надо. Вот. Оп, да, просто вот там. Все. Ну-ка. Ну вот что-то вот. Вот теперь поменьше надо. Ну, пойдет пока что. Так, ну, на первый взгляд... Выглядит неплохо. Так, что это такое? Это вот мне надо обучиться сначала, а потом, наверное, я уже смогу воевать. Слушай, ну неплохо пока что. Пока что мне нравится, если учесть, что... Что это вообще бесплатная игрушка? Графон здесь прямо такой. Хороший. Так. Так. Ну, здесь основу надо понять, да? То есть, все присесть... А, не, контур. Контур присесть? АЦ. Блин. АЦ это что? АЦ нет. Контур присесть. Хорошо. Это я понял. Так, и... Так, теперь что надо? Z это лечь. Это как... Папки тоже там лечь на Z. Так, вот я прополз. Боец так туго что-то бежит прям. Вот он идет и туго бежит. О, а это что за... А это что за... Оп, смотри, оп, наступил. Так, немножко что-то как-то картинка... Или нормально, может, мне кажется. Чуть-чуть как будто плывет так вот. На видео, конечно, это незаметно будет. А вот мне что-то чуть-чуть видно, что она так... Как будто бы плавает. Ну, такая как бы... О, ты... Ну, стоит. Слав, ты что ли? Так, ладно, окей. А, попадите по отмеченной мишени. Не знаю, какого-то слайка мне напомнил. Так, попадите по мишени. Так, я куда-то не туда стрельну. Че ты стоишь, как копотый? Слушай, он даже не... Почти... Стоит, как дерево.
Ты вообще настоящий, нет? Так. Пополнить боезапас. Ну хорошо, давай. А, полный, хорошо. Попасть надо куда? Погоди, присесть. Вот присесть надо же на С сделать. Почему вы сделали на контур? Это типа СКС-ки на контур, что ли? Так, здесь... А, так же, как в папке же. Нажал, вот он прицеливается. Нет, или да. Так, короче. Оп, такая штука есть, да? Как в папке. Хорошо. Это замечательно. Так, ну слушай. Сейчас я тебе покажу, короче, этот... Маленький помидор. Вот он, короче, ты маленький помидор. Маленький. Вон, два маленьких помидора. И вот огурец получается. И два маленьких помидора. О. Да. 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 И сейчас я начну с помидор. Куда? В ногу надо стрельнуть или что? Куда он показывает? А, переключитесь на гранаты и повредите следующую мишень. Так. А как тут? Нету такой, знаешь, как в PUBG сделано. Ох, ты что? Серьезно, что ли? Да ну нафиг. В бою у вас будет... Блин, шкурки твердые. Включить на другого члена отряда. О! Так, я уже сразу здесь. А, здесь получается, ты сражаешься и можешь потом переключаться на другого члена? Какого члена? Так, хорошо, ладно, окей. Оп. Оп. Ну такая стрельба какая-то здесь. Такая, как в PUBG, это точно. Так, что надо? Обращайте внимание на здоровье ваших бойцов. Большинство используется аптечку, если вас ранят в бою. Т, да, аптечка. А на шифт что? Победа, поздравляем. С успешным. Мы победили. Окей. Курс молодого бойца. Победа. Обучение управления танком доступно в меню игровых режимов. Хотите запустить его сейчас? Нет. Я хочу просто начать игру и посмотреть, что вообще, как оно будет играбельно с онлайн игроками. При этом я хочу есть огурец и играть. Ну и чуть позже я переключусь на грушу и яблоко. Так, Гавуту, захват. Так, я сражаюсь. А, выберите отряд. Без разницы, да? Наверное, какой. 905-й. В бой. Так, я выбрал что тут? Оп. Так, и вот я. Так, вы онлайн, да, уже игроки, получается? Что это там? И вот мы начинаем. А, здесь их много. Так, ну это я не знаю, это, наверное, может боты. Я не думаю, что это сериалы. Ну очень что-то медленно. Очень медленно и вяло бежит персонаж почему-то, как-то мне кажется. Может быть, это так будет, типа, реалистично? Так, это танк, а я могу в танк сесть. Короче, если, допустим, даже я дохну, я могу в любой момент переключиться на другого. Точка А под контролем. Так, карта. А почему-то в обучении мне ничего про карту не сказали. Так, где я нахожусь? А, вот, да? Ну, графон хороший.
Для фри игры вообще отлично. Так, топливный склад. Задача уничтожать и захватывать точки, я так полагаю. Так, я куда-то запрыгнул. Что это вообще? Не знаю. А! Нифига себе, это кто в меня так попал? Подожди, теперь я хочу выбрать другой отряд. Оп. Надо хоть кого-то попасть. Так. Попал, нет, как узнать-то. Я привык как в PUBG, чтобы было на... Оп, все, минус. Оп. Оп, попал вроде. Оп, все. Блин, чувствительность надо, конечно, блин, тут долго это все подбирать. Это прям целая проблема. Чувствительность явно... Блин, это очень долго, это очень сложно. Поэтому сложно в шутерах дисциплины менять. Очень сложно, потому что вот чувствительность попробуй подбери потом. Потому что я в PUBG, я не знаю, я полгода, наверное, подбирал себе чувствительность идеальную. Теперь попробую в какой-то другой игре подобрать. Вот люблю, когда в игру заходишь, и она автоматом как будто уже под тебя сделана. Оп. О, ничего себе, я хэд дал. Я прямо зарядил. Оп. Нет, сейчас нет уже. Так, надо управление переделать, цепь присесть. Так. Копа! Ничего себе, вырубаю. Вот это да. Нормально так. Оп, еще кто-то здесь. Блин, ну зачет, зачет, на самом деле. Неплохо. Там надо как-то подрезать. Вот через чувствительность я не могу прицелиться, вот как в PUBG, чтобы быстренько свапнуть, как я обычно делаю это. Оп. Так, ну это по-любому боты, типа, реалы так же не могут сражаться, правильно ведь? Блин, давай-ка прям сейчас настрою, я не знаю, это просто капец. Где тут ножичек в режиме самолета, в режиме техники? Вот, прицеливание, вот так, наверное. Ну-ка. Ну, опа, блин. Так, а у нас что, один остался? Так. То есть всего... Я надеюсь, кого тут... Блин. Опа. Все, прилетело мне. Отряд уничтожим. Все, все погибли, что ли? Ну, в отряд прибудьте лишь... Угу. Ну, задача, короче, контролировать... А, здесь такой прицел. Так, где тут управление сразу? Движение... присесть. Ну, я ж нажимаю присесть. Ну, я ж нажимаю С, чё ты, в смысле? Ну, как тебе сделать? Вот. Все, все применить. И чё ты не... Чё ты не садишься-то? Я не понял. Враг захватил точку А. Почему ты не за... Или этот не садится вообще? У меня... По-моему, этот не садится, получается, что ли? Не знаю, он теперь ни на контр, ни на С не садится вообще, ничего не делает. Как так? Присесть, переключение. Присесть, удерживать. Ну, давай присесть, удерживать. Да, применить. А, я не знаю, теперь он вообще не приседает. Как так-то? Нехорошо. Что-то нехорошо вот это вот. Не знаю почему. Что-то сломалось. Теперь у меня персонаж вообще не приседает. Ну, может, ему и не надо приседать. Лечь-то он может? Лечь может. А присесть теперь он вообще не может. Ни на контр, ни на С. Офигеть. Ну, да ладно. Так, это у нас... Оп! Нет? Тут какая-то стрельба такая. Ну, я такой стрельбы еще нигде не встречал, честно говоря. Так, я не попал. Здесь надо уметь стрелять еще. Не залетает. Что-то за...
Что ничего не залетает? Так, тут наход, не наход, как стрелять? Во! Это в голову или это... Это, наверное, просто. Один раз, если попадаешь, неважно, в голову, не в голову, он... Сразу его, короче, и все, и он там. Так. Мы вообще какой цвет? Так, мы синий цвет. Мы контролируем... Ничего не понимаю в этих линиях. Мы контролируем Б. Короче, С, красный захвачен. Я бегу на С сейчас захватывать. Хорошо, сейчас попробую. Сейчас еще постреляю немного. Оп, хорошо попал. Во, плавает норм, чел. Просто замечательно. Точка А наша. Куда эта точка пропала вообще? Так, это наш. Они что-то как-то все шевелятся, так, знаешь, как будто как пластилиново-пластмассовые. Мы потеряли половину подкреплений. Соберитесь. Так. Опять цепь появилась. Это как? Ничего не понял. Да почему ты так... Я так и даже не понимаю, кто меня здесь что убивает. Так. Вы настоящие или нет? Или бездушные? Я понять не могу. Аккаунт, пошли. Бездушные, да? О, блин. С ботами. Ну, что-то готов я, да. А чё, нету никакого пулемета там? Есть нож. Да, мне кажется, с ножа пойду сейчас. А, нет, с ножа небезопасно. Так, я буду сейчас пробовать. Да куда она мимо летит все время? Блин. О, двоих сразу, нифига себе. Нормально. Так, как это ты так за... Что-то как-то они встают вот так вот. Я не могу понять, мы проигрываем или нет. По-моему, мы проигрываем. Не, вот сейчас мы чуть-чуть выиграем, но в целом мы проигрываем. Надо захватывать С-точку. Так, ну вот я чуть-чуть научился. Чуть-чуть что-то научился стрелять. Мне кажется, пулемет был бы хорошо. Ой, так, по своим не проходит. Все мимо летит. Короче, один выстрел, неважно, куда стреляешь, все. Хоть в пятку. Так,
Бэшная там точка. Ну это не так уж просто на самом деле эту игру играть. Сложновато. Противник занял точку Б. С, а, это С, вот она сейчас прям посередине, она захватывается. Хорошо. Так, я захватываю С точку, правильно получается? Вообще ничего не идет. Так, все, цепь взята, нет? Что тут непонятно? Не могу понять, кто-то подошел здесь и что-то берет у нас, что ли? Так, вот это... Оп! Да что ты... Как же так-то? Почему она не залетает? Что, все, нет никого, что ли? Все, нету отряда. А, эту точку снова не взяли. Ой-ой. Так, зашел. Оп. Так, ну сблизи как дробаш стреляет, в принципе. Так. Нормально. Раскидано. Оп. Это вот он с пулемета, да? Да лучше без прицела стрелять, мне кажется, так как-то. У меня на мониторе этот какой-то крестик здесь можно сделать. Не помню, на какую кнопку. Можно вообще так, не прицеливаясь, стрелять. Так, ну чувствительность на самом деле что-то как-то... Где тут оно? Управление? Движение? Чувствительность, она... Так, она... Как она? Помедленнее надо? Так, может? О, это я что, я на танке уже еду? Я не понял. Выйди, покину технику. Оп. Так, окей, ладно, хорошо. Так, я покинул, теперь я войти не могу. А, это надо ждать, чтобы войти, зачем? А, ну типа он залазит там, да? А почему так? Сделай так, чтобы я танк видел. Покину технику, смотрите, режим обзора, контур. Вот так, да? Ну хорошо. Так, и вот я еду на танке. Наводчик Шира Миура. Противник потерял половину подкреплений. Как держать? Так, а как оно стреляет? И что, ничего не осталось даже тут? Никакой даже мятины нет. Так. Мне надо ехать на А-точку. Так, теперь война танков началась. Я не знаю, выиграем мы этот бой или нет. Но на танке, по крайней мере, я думаю, что меня просто так нельзя будет. Я не могу понять, как, где тут перед у этого танка, вот. Перед. Пойду на Б. А он плавать может, не? Мне надо проверить. Ну-ка, сейчас я попробую стрельнуть. Так, а как мне сменить на... Вот, пулемет. Стреляет фиг пойми как. Разброс вообще бешеный. Так, это наш. Так, и вот мы захватываем сейчас П точку. Захватываем же, не? Все, захватываем.
Так, наши вроде не давятся. Так, ну должна быть победа. Должна быть наконец-то победа. Враг захватил стратегическую точку С. Так, надо, значит, Б брать. И ехать на С. И вот мы что-то сидим в танке, короче. А что, мы ее уже не захватываем или чего? Так, вот, нормально идет. Так, вот они идут. Респавнится где-то за этим сараем. Не, ну они какие-то реально подстелиновые как будто. Все, Б под контролем. И что теперь? Ладно, я поехал тогда на С, что ли? Хоп, исчезли бочки. Так, и все, и А, и Б, короче, захватывают, и что-то неладное происходит. Просто замечательно. Тут получается не от меня же зависит много. Зависит от того, как играют боты. Я-то тут один. А боты вот что-то... Что-то там. А патроны бесконечные? Что-то перезарядился, не? Да как он ее захватил? Ты враг, что ли? Выйдите из техники. Выхожу. Потушить огонь. Не успел. Мы захватили А. Так, у меня есть пистолет. Оп. Пока наведешься. Так, я вообще чувствительность сломал. Оп. Опа. А пистолет-то получше даже будет, наверное. Так, все, отряда нет. Короче, проиграли этот бой. Против ботов. Не знаю, может, кто-то, конечно, реал тут тоже есть. Вот. Так, мне надо что? Мне надо... Чувствительность обратно повысить, что ли. Так, и снова куда-то двигаем. Ну все, короче, проиграно. Да. Ну что ж, прикольно. Поиграть можно, но было бы прикольно, если бы, наверное, все реалы были. Ну, все реалы, я не знаю, здесь бы, наверное, игра зависла. Она же, когда реальные игроки, она тормозить начинает, наверное. Это на ботах она не тормозит. Ну или как это работает? Хотя, может, сейчас сделано все и норм. Все, поражение. Проиграл. Нам не удалось одержать верх. Мы проиграли. Все, полетели куда-то снова. По облакам. Хорошо. Награда за достижение. Так, ну это
статистики, что-то я тут наполучал, рядовой. Значков, кепочки пробил. Прицело стрелял. Тут, короче, вот такая вот прикольная игрушка. 23-й пехотный полк. Поздравляю, вы получили второй уровень компании. Так, вы получили новый отряд. Окей. Столько всего, что, честно говоря, я... Чё? Сюда нажми. Вот сюда, да? Сюда? Ты хочешь, чтобы сюда нажал? Ну, я нажимаю. Куда нажать-то? Говорит, куда-то нажми сюда. Так, ну... А, переместите новый отряд. Понял, вот так, да? Так, а теперь его сюда переместите. Так, а что мне это дает? Ой, вот это вот, кстати, сложная какая-то стратегическая... Какой-то сложный стратегический перенос. 38-я пехотная дивизия, 38-й инженерный полк. Так, тут еще есть улучшения и магазин какой-то еще есть. Так, хорошо. Ага, так, все. Битва. Так, ну, видео, в принципе, подошло к концу. Полчасика я больше не хотел играть сегодня. Вот. Так что всем рекомендую эту игру. Какие-то пластилиновые. Ну, а если ты здесь впервые, подписывайся на канал, ставь лайк, комментируй и... Увидимся.